Доброго времени суток! Я рада приветствовать вас на канале ветеринарной клиники BioVet. Сегодня я хочу вам рассказать о том, в каком же возрасте нужно кастрировать кота. Продолжительность их жизни примерно на 1,5-2 года больше некастрированных собратьев. Также кот будет вести себя спокойнее, пропадет агрессия. В доме исчезнет запах отметок. Ковры, полы, обивка, все останется чистым. Лучше всего кастрировать кота в 7-9 месяцев. В это время его организм уже достаточно сформирован, но половое созревание еще не завершилось, а это как раз то, что нужно для проведения данной процедуры. Раньше 7 месяцев кастрировать котенка не стоит, это может привести к такому заболеванию, как мочекаменная болезнь. Крайне благоприятный возраст для кастрации кота – это 7 лет. Примерно до этого возраста риск осложнений минимальным, и котик может лучше всего перенести наркоз и саму операцию. Ну вот, наверное, и все. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Также можете написать, в каком возрасте вы кастрировали своих котиков. Задавайте вопросы, пишите темы, которые вы хотите от меня услышать. Я обязательно сниму на них ролики. Счастливо вам! Пока-пока!